30 случаев майора Земана. ...1947 год. Рубиновые кресты. Владимир Брабец. Петр Ганичинец, Карел Глушечка. Милош Вилик, Рудольф Елинок. Иржи Адамира, Густав Геверле. Автор сценария и режиссер Иржи Секвенс. Проверка документов. Будьте добры. Приготовьте паспорта, пожалуйста. Ваш паспорт, пожалуйста. Ваши паспорта. Спасибо. Спасибо. Ваш паспорт. Стой! 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 Именем закона стой! Гонза! Ты где? Не слышишь? Иди сюда! Иди сюда скорее! Не ори! Что случилось? Пожар? Давай, собирайся скорее! Ну, шевелись же! Да давай же, это приказ! Ну что там? Меня старик послал к тебе, гость из Праги. Из Праги? Какая-то важная персона, приехал в гражданском, в классном авто, с шофером. Больше я ничего не знаю. Приказ был срочно доставить Земана в отделение. Ну, я реквизировал эту кобылу. Этого зверя? Чего ты тянешь? Садись сзади, в момент домчимся. Я думал, ты на субботник приехал, а ты у меня людей воруешь. Умнее там дежурство распределите.
чтобы здесь кто-нибудь работать мог. А вы письменную просьбу подайте, выдри. Через 3 дня получите ответ. Катись, ты знаешь, куда со своей просьбой? Держись давай на дикой, хоть на Родео. Ну, трогай, незабудка. Прошу вас. Ирка, выйдем, ясно? Я майор Шлар, из 5-го отделения министерства. Мое удостоверение. И станьте вольно. Выглядите вы хорошо. Сколько времени вам нужно, чтобы переодеться в гражданское и собрать вещи? 15-10 минут хватит? Хватит. Но я ничего не понимаю. Потом все поймете. А сейчас вы поедете со мной. Приведите второго. Когда начнется допрос, выйдите. Но останьтесь за дверьми, на всякий случай. Заключенный номер 236 явился. Хорошо, Гауквиц. Мне нужны от вас свидетельские показания и идентификации. Показания? Странно, я же веду себя примерно. Это мне известно. Хотя на своей прежней должности в качестве начальника отделения гестапо примерное поведение вы себе представляли совершенно иначе. Это я затем говорю, чтобы вы тут у меня не расплакались от порядочности. Идите сюда. Вы знаете этого человека? Он не хочет говорить. Кто это? Эй, вы, обернитесь. Ну что, знаете вы его? Знаете? Подумайте как следует. Я хочу слышать только правду. И сумею это оценить. А при вашем пожизненном заключении это имеет значение. Кто этот человек? Отвечайте. Его зовут Рихард Липинский, из Глучина. С какого времени вы его знаете? С 1942 года. Он работал по поручению командования гестапо в Опаве в Устраве, среди горняков, главным образом. Национальность? Чех? Немец? Поляк? Он одинаково хорошо говорит по-чешски, по-польски, по-немецки. Как и все мы в этой группе. Когда вы его видели в последний раз? В марте 45-го. Он перешел через фронт в Польшу. Зачем? У него было задание. Проникнуть в тылы к большевикам, на Украину, наладить связи, создать сеть подрывной деятельности, организовать террор в Польше и на Украине. Липинский страшный человек. У него на совести столько убийств, шахтеров. Да, это он. Ты скотина, предатель. Помогите! Он меня убьет! Липинский, что вы себе позволяете? Помогите! Свинья! Уведите его! Свинья! Уведите! Липинский, свинья! Браво, Гонза. Прекрасно сыграл. Ты в театре выступать не собираешься? Все в порядке? Да. Только, пожалуй, вы его слишком хорошо здесь кормите. Очень здоровый. Есть у кого-нибудь сигареты? Сигарет нет? На. Спасибо. И уж извини, главное, что Гауквиц признал в тебе Липинского. Ни минуты не колебался. Я за ним внимательно следил. Первый экзамен мы сдали. Это очень важно. Ты ведь можешь встретиться с кем-нибудь, знавшим Липинского. Покажись. С волосами бы надо что-нибудь сделать. Но что? Может, укоротить немного? Может быть. Но брови
У него гуще. Правильно. Что, если он выходил на связь с кем-нибудь перед отъездом и снова должен с ним встретиться? Хотя тот, с которым он шел на встречу сейчас, его явно не знал. Послушайте еще раз, все начиная с поезда. В поезд я сел в Бурно. Куда вы ехали? В Кубин. Изославный. Зачем? Осмотреть место следующей встречи. С кем вы должны были встретиться? Я его не знаю. Слышите? Не знал. Он должен показать золотой крест, похожий на мой, с рубинами. Нам всем их выдали. В них разное количество рубинов, в соответствии с заслугами. Это пароль. А сколько рубинов должно быть в кресте вашего будущего партнера? 8. Где вы должны были встретиться? У костела Святой Анны. Высота 428. Около Аславан. Там старинный монастырь. Он рушится, и вход туда воспрещен. Я хотел там переночевать, потому что у меня нет паспорта. Когда вы должны были встретиться? В следующий четверг. Ровно в полдень. Врача. Пожалуйста, врача. Врача. Цель встречи. Слышите? Цель встречи. Доктор, сделайте с ним что-нибудь. Сестра, укол. Лепинский, вы меня слышите? Я уже не могу ему помочь. Началась агония. Деньги. Человек восьмерка. Знает как. Деньги. Помогите мне. Я хочу жить. Врача. Врача. Я хочу жить. Врача. Позовите. Позовите врача. Я жить хочу. Жизненную силу он имел огромную. С тройным пострелом живота. Другой бы не перенес и дороги. А он еще смог нам все о себе рассказать. Кроме самого главного, что они должны сделать? Так что, Гонза, в четверг на высоте 428. Слушаюсь. Вот уж не ожидал, что через столько лет мы снова встретимся, да еще на такой работе. Ну, а я рад. Я все равно в Катерине на горе уже скучал, даже рыбалкой начал увлекаться. Теперь тебе не придется скучать, ты знаешь, как мы рискуем. Сразу же, как мы с доктором обнаружили, что Лепинский похож на тебя, я упросил в министерстве, чтобы нам разрешили попробовать. Все, конечно, согласились. Сам понимаешь, дело-то опасное. Мы, конечно, будем тебя прикрывать, но в четверг ты будешь с восьмеркой один на один. Удачи тебе, парень.
число. Число? 11. Покажи. Ваше число. 8. Вот. Почему он у вас не на шее? Вы что, не знаете правил? Знаю. Но здесь вопрос целесообразности. Я могу избавиться от него в случае необходимости. А вы об этом не подумали. Вы неосторожны. Откуда вы идете? Из Кракова. Наши пути на какое-то время сошлись. На какое-то время. Очень рад. Меня зовут Мауэр Рудольф. Откуда это вас не касается? Говорить будем по-чешски. Другой возможности в этой стране нет. Согласен. Я Рихард Липинский. Вы мне симпатичны и явно пользуетесь доверием руководства, раз именно вас назначили организовать переход наших людей через Чехословакию в Мюнхен. Доверие-то доверием. А вот деньги на это дело — это ваша забота. Наше дело. Я знаю, где они. У меня есть и человек, который их добудет. Вы его, кстати, тоже знаете. Хорошо. Так что деньги будут. Ваше дело обеспечить переход для нас троих, а потом и для остальных. Я обеспечиваю сохранность оружия. Может, еще потребуется. Оружие? А где оно сейчас? В пути. Мы встретимся с ним через 4 часа в Брно, в ресторане «Встреча». Оно придет из Словакии. Остатки от попытки летнего перехода. Во встрече буду вовремя. Ну, пока. Никуда вы не пойдете. С этого момента мы не расстанемся. Только вместе. Вы что, мне не верите? Закон нашего штаба не верит никому, даже себе. Это вам, надеюсь, известно? Мне ты это можешь не напоминать, восьмерка. Мой номер 11. 11, слышишь? Между нами разница. Вот в соответствии с этим себя и веди. Я буду следовать законам штаба, потому что ты на данный момент знаешь больше, чем я. Но в остальном ты будешь меня слушаться и помалкивать, понял? Молчать. Понял. И буду осторожнее. Привет, Руди. Я не опоздал? Извините. По-немецки? Или по-чешски? Лучше по-чешски. Я надеюсь, ты знаешь, где находишься. Или нет? Вилли Клайбер, владелец похоронного бюро из Вены. В настоящий момент из Жилины. А вообще-то я дитя Дуная. Или другими словами, сейчас я иностранец. Так будет вернее. Сядь же, наконец, Вилли, помолчи. Это он. А если вы знакомы, то забудь. Забудь об этом. Но могу же я в пивной поздороваться со знакомым. Помнишь, Рихард, Краков, аграрный банк? Я не понимаю, о чем вы говорите. Я никогда не встречался с вами, пан Клайбер. Да верно, это хорошо. Я никогда не встречался с вами, пан Клайбер. Ну тогда знайте, что я вас тоже не знаю, пан Липинский. Ну хватит. Если бы не твое мастерство, Вилли, то клянусь, я бы с тобой не связывался. Да, вот именно мое мастерство. Я вам нужен. Могу я перекусить, прежде чем начать работу? Давай. Ужинать тебе уже некогда будет.
Расстояние от стены до административного корпуса? 37 метров. Ровно. Вот точный план. Покажи. А сторож в это время где будет? В 20:30 у главной проходной. Там самая большая опасность. Если кто-то появится, он задержит. Он надежен? Сколько он получил? Ну, не так уж много, но у него есть причины молчать. Третье окно в нижнем этаже будет открыто. Потом по этому коридору метров 15, шестая дверь направо. Там написано «касса». Дверь закрывает главный бухгалтер. Система замка? Два замка, патентованный и обычный. Ерунда, 20 минут хватит. Ты, Липинский, принесешь мой инструмент, как в Кракове. Работаешь ты точно. От страха не умрешь. Касса здесь? Да, ширина метр на метр, высота 160. Система Вертхайм сделана в 1913 году. В 1913, так. Двухкорпусная прокладка из золы, ясно. Слушай, Вилли. Сколько времени тебе нужно на эту систему? 4. Максимум 4,5 часа. В час проедешь мимо запасного входа. Если нас там не будет, то приедешь еще раз в 1:30. К тому времени деньги будут в чемодане, и можно будет ехать. Ты мою таксу знаешь? Я понял. Так. Ломик. Рычаг. Который час? 00:38. У нас еще 15 минут в запасе. Насколько же она потянет? Миллион? Как думаешь? Как минимум. Этот завод снабжает всю Моравию. Так. Жарко, как в Кракове, а? Больше. Верно. Сейчас у нас октябрь. Тогда был июль, не так ли? Июль. Или конец июля. Соответствует. Июнь, конец. Иди сюда. У меня идея. Давай как в Кракове. А Мауэру скажем только о половине этой суммы. Другую себе идет? Здесь ты, шеф. Я сделаю так, как ты скажешь. Я вижу, ты по-прежнему умен. Кстати, тогда пришлись эти 300 тысяч злотых на каждого, да? Время идет. Действуй. Идет. Ты всегда отличался благородством. Так что я тебя выслушаю, а сделаю по-своему. А это значит, что Майору отдадим не половину, а разве что треть. Все остальное идет мне. А 10% от этого тебе. Идет. Липинский.
Что случилось? Ничего. Чисто. Вот это да. Ну и набито. Полное. Давай быстрее. Быстрее. Да, да. Давай быстрее. Он уже здесь. На, отнеси это ему в кабину, а я положу наш навар вместе с инструментами назад. Все в порядке? Да, все. Сколько? 1250-300. О, да-да-да. Шевелись, Вилли. Хочешь, чтобы нас сапали? Действительно. Это было бы не везение. Ты ждал большего, Руди, да? Они в машине, все трое. Значит, порядок. Хорошо, наблюдение обеспечено. Поехали. Сколько было в кассе? 1 600 000. Достаточно. Я тоже так думаю. Куда мы едем? На место назначения. А именно? Поесть и выспаться. С вас еще недостаточно, что ли? Я бы принял горячую ванну, а потом 12 часов прошу не будить. Придется тебе удовольствоваться меньшим. Вилли, дам 5 часов и ни минуты больше. Мы должны как можно скорее исчезнуть из Брно. Но у меня же паспорта нет. Ты что, не знаешь? Я не могу позволить тебе спать среди людей. Там, куда мы едем, у тебя никто паспорта не спросит. Разве что я. А у тебя уже есть место перехода через границу? Где оно? Это зависит от того, сколько человек. Сперва для нас троих, а потом штаб определит, кто и когда пойдет. Ты должен только показать проход, хорошо расположенный и надежный. И не расспрашивать понапрасну. Вот это да, такое замечание от тебя. Удивительно. Переход готов. Где? Называется это местечко Катеринина гора. Это почти на границе. Дыра такая. С другой стороны Бавария. Только горы и леса. Границу почти не караулят. Кто переводит? Некий Кадлец. Управляющий местного замка. Но замок пуст. Находится под охраной государства, что ли. Кто его знает, как это называется? За этим Кадлицем известны грешки еще со времен войны. Так что он за меня держится как клещ. Ну, а главное, слушается. Ладно, ты сказал достаточно. Доверие за доверие.
Tenhle pohřební vůz projede všude. Nikdo se ho neodváží zastavit. Ani policajti ne. Zatím jsme v něm docela jistí. Ale kam v něm jedeme? Teď 2 roky po válce. Byl jsi někdy ve Vídni? Narodil jsem se tam. Veselý město, kdysi. A dnes? Rozvalený skáza, hrob. Já se tam nechci vrátit. A vůbec nikam, kde jsou trosky, a mám války po krk. Tak proto nosíš svůj kříž v kapse? Aby to mohl snadno zahodit, co? Svítá. У меня есть идея. Говори. Не теперь. Добро пожаловать. Все готово. Все приправлено. Пожалуйста. Эмиссар штаба, пан Рихард. Пан Клябер, специалист. Нижайший поклон, достойный отче. Сначала, я думаю, на случай вдруг кто-нибудь здесь появится. Да, покойника. Куда? Сюда, братья, вам помогут. Ну, ребята, взялись. Следуйте за мной. Осторожно, ребята. Груз у нас пугливый. Поскользнувшемуся грозит смерть. Благодарим вас за убежище для нас и нашего груза. Это воля Божья, чтобы мы боролись против общего врага. Пусть хотя бы содействуем, если оружие уже не помогает. Так. Ну, я закончил. Руди, теперь только выспаться, и я поехал дальше. Мы едем на границу проверить переход. Как вы думаете, не могли бы мы переправить этим же путем безопасное место сокровища наших монастырей? Нужно вывести из этой безбожной страны церковное золото. Как же вы собираетесь его туда переправить? Так же, как и вы. На этой же похоронной машине. Поэтому я хотел попросить вас, чтобы вы пока что оставили ее здесь. Что за глупая идея? Я вам все объясню. Братья закончат эту работу сами. Прошу вас, завтрак готов, и постели тоже. Наши части были в Словакии разбиты. Оружие останется пока здесь. В ваш монастырь будем направлять наших людей. А вы их будете посылать в Катеринину гору. Если будет приказ. Идти они должны по одному. Пограничная полоса — это не бульвар в Карлсбаде. Это касается и катафалка с грузом.
Сначала я должен найти подходящий путь для такого груза. Так что только ждать. Ждать? Эту телегу из Словакии притащил я же на ней поеду дальше. Не поедешь. А как ты собираешься попасть в Катеринину гору? Пешком? Или на поезде, чтобы Липинского взяли? Мы позаботимся, чтобы вы добрались спокойно. Еще сегодня отправитесь. Сокровища за вами пошлем не позднее, чем через неделю. Ладно. Я не хотел ничего плохого. Хорошо. Нервы. Достаточно, мой отче. Я пошел спать. А как там твой человек из замка? Он нас сразу примет? В Брно уже скоро объявит тревогу. До вечера точно. А ночью полицейский перекроет все дороги. До той поры мы доберемся, не бойся. Пошлем туда весточку, я уже подумал как. А связь с монастырем и сигнал для наших? А главное, этот золотой клад. Когда он за нами приедет? Как ты хочешь это устроить? Где здесь телефон? Договоримся о паролях. Прямо сейчас. По телефону? Я знаю, что делаю. Ну как, удачно? Да, она сказала, что через час-два дойдет. Поехали. Прекрасно. Что вам угодно? Сейчас здесь был человек в кепке. Он посылал что-нибудь? Да, вот эту телеграмму. Покажите. Но она уже отправлена. Прекрасно. Вы хорошо работаете. Тихо, это здесь. Пойдем. Здравствуй. Вот они, покупатели. Подожди, я тебя представлю позже. Теперь важно одно. Мне нужно жилье для нас всех на несколько дней, пока не придет некий груз из Моравии. Он пойдет через границу. И мы с ним, ясно? После нас пойдут другие. Ну, это я могу сделать. Но есть один, можно сказать, кардинальный вопрос.
Кто из вас будет платить? И сколько? Я. Здесь хватит. Такса. 25 кусков за одного. Это немало. Ты хорошо разбираешься в ситуации, принято. Ну хватит уже. Сколько вы собираетесь торговаться в такой холод? Вот что, нет местечка потеплее за такую бессовестную сумму? Конечно, есть. Обойдете городок и через парк в замок. Вас никто не должен видеть. Руди, в шахматы ты играешь как школьник. Плохо вас в СС учили, это уж точно. Заткнись, все время трепишься. Еще партию? С меня хватит, надоело. Торчим здесь 9-й день, а машина словно провалилась. Потерпи, груз того стоит. Что мы с ним сделаем? Кто это мы? Ты свою часть получил, делай что хочешь. Мне безразлично. Тебе не обязательно переходить границу вместе с нами. Понял? От меня так просто не избавишься. Ты думаешь, я поверю, что ты отдашь это золото в первый баварский монастырь? Заткни глотку! Хочешь, чтобы он проснулся? Это фанатик. 11 рубинов. Псих. Ты что? Тихо. Этот парень не был со мной в Кракове. Он не знал, сколько мы там взяли. И вообще, он мне с самого начала показался странным. Еще в ресторане. Откройте, слышите? Есть здесь кто-нибудь? Известие, которого вы ждете. В любую минуту сюда могут приехать с катафалком. Что это? Разбудите его. Пусть спит. Дайте сюда. Мне нужно с вами поговорить. Господа хотят поговорить с глазу на глаз. Не буду мешать. Пойду приму ванну. Если я вас правильно понял, вы хотели поговорить без них? Правильно поняли. О чем? О переходе через границу. Это ведь уже оговорено. И время, и цена. Не стройте из себя дурачка. Кто бы вы ни были, вы получите в 10 раз больше, чем мы договорились. У меня денег полно. Столько, сколько захотите. Часть получите в золоте. Не отдавайте ему это сообщение. Давайте договоримся между собой. Помогите мне перейти границу с золотом. Переведите только меня. Одного. Я иду на риск. У меня нет другого выхода. Подумайте как следует. Вам такой возможности больше не представится в жизни. Ну что? Вернитесь туда. Я подумаю. Вам придется подождать. Так вот вам, почитайте, чтобы не скучать и не считать, что вы единственный богач. Из сейфа украдено 1 600 000 крон.
свинья. Вы это о себе, Мауэр? Именем закона встать. Это дело мы заканчиваем. Руки вверх. Брось нож. Живо! Уже приехали? Приехали. Скорее, скорее. Шевелись. Что это? Мы попались? И почему я только не смылся? Ах, я идиот. Не бойся, Вилли, тебя они не возьмут. Красть ты уже больше не будешь. А вот трепаться, тем более. Сфотографировать, все сосчитать и отвезти в Прагу. Больно? А здесь? Шея? Да не так шея. Здесь тоже? Какой позор, что со мной справился этот бандит. Тони, как их в действительности звали? Что, молчишь? Ну что? Шестерка и восьмерка. Больше ничего. Ну что же, поручик, вы далеко пойдете. Куда? Выше, как и полагается, за хорошую работу. У меня одно условие. Какое? Вот Гонзу Земана хочу взять с собой. Обещаю заранее. Дай мне свой крест, Гонзик. Спасибо тебе, что ты этих крестоносцев направил именно сюда, в Катеринину гору. Мы поменяем им кресты на наручники. Всем.
Конец четвертой серии. Bye.